Проект «Шаги к здоровью» – это прогулка на свежем воздухе с пользой для здоровья. Основная цель акции – популяризация здорового образа жизни и ходьбы. Ведь пешие прогулки – это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Востребована данная акция однозначно. За отчетный, скажем так, период, за сколько получается, 6 лет реализации проекта, у нас ежегодно участвуют в подобных мероприятиях от 100 до 300 населения. Это достаточно простой способ получения информации. То есть не нужно записываться к врачу, чтобы получить ответ на свой вопрос. Не нужно ждать в своей очереди. Можно просто прийти в назначенное время, в назначенное место и спросить у человека тет-а-тет, что тебя интересует. На первой встрече в этом году обсудили тему сердечно-сосудистых заболеваний. Вопрос особенно актуален летом, так как вместе с ростом солнечной активности у людей повышается кровяное давление, что и становится причиной инфаркта. На неспешной прогулке по парку Виновская роща каждый участник смог и свежим воздухом подышать и бесплатно проконсультироваться с врачом-кардиологом во внекабинетной обстановке. О заболеваниях сердечно-сосудистой системы, факторах и рисках их развития, способах сохранения здоровья рассказала врач-кардиолог областного кардиологического диспансера Жанна Швецова. Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте во всем мире по рискам смертности. Поэтому контролировать уровень холестерина, сдавать кровь на уровень холестерина и на липидный профиль – это очень важно и является первым в профилактике заболеваний сердца и сосудов. Среди слушателей оказались в основном люди пожилого возраста. Именно они больше остальных предрасположены к повышенному артериальному давлению и проблемам с сосудами и сердцем. Я услышала про эту акцию сегодня, в долголетии. Я хожу долголетие на Варейкице, 15. Вот. Поэтому хотелось послушать мне кардиолога. Все хочу узнать и про холестерин, и как питаться, как лучше, чем заниматься. Каждый участник акции, помимо ценных советов и ответов на волнующие вопросы, получил информационные материалы по профилактике заболеваний и дневник самоконтроля давления и пульса. С июля по октябрь тематические прогулки в парках города и области будут проводить специалисты ведущих областных учреждений здравоохранения по разным профилям. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.